Всем привет! Если вы думали, что в Баварии не бывает зимы, то спешу вам рассказать. Бывает и вполне похожая на нашу. И именно в ассортименте немецких обувщиков вы можете встретить модели для зимних походов. Об одной из них и пойдет речь в нашем сегодняшнем ролике. И представляю вашему вниманию Ханвак Аляска Винтер. Итак, в основу ботинка легла летняя модель для горного трекинга и автономных экспедиций. И вроде бы с первого взгляда это одно и то же, но как бы не так. Да, в качестве материала верха используется тоже премиальная кожа повышенной прочности. Да, количество швов в нижней части минимальное для повышения прочности. Но при этом полная обсоюзка исчезла и остался только носочный бампер. Все-таки снег и наст меньше изнашивают ботинок, чем осыпи и острые скалы. И поэтому появилась возможность немного облегчить ботинок. Шнуровка все такая же мощная, с двухсекционной фиксацией и подшипниковыми элементами в нижней части для более простой и плотной посадки ботинка по стопе. Высота манжеты увеличена, что неплохо сказывается не только на фиксации, но и на теплоизоляции, ведь большая часть тепла выходит как раз через верх манжеты ботинка. Что касается внутреннего наполнения, то в придачу к влагозащите в виде мембраны Gore-Tex производитель добавил, внимание, 400 грамм своего фирменного утеплителя G-Loft. А это уже серьезная заявка на возможность эксплуатации в самых суровых условиях. Ну а для изоляции подошвенной части стопы добавлена утепляющая стелька с отражателем. Ну и как всегда, про основу ботинка, его подошву. В данной модели производитель не пошел за стандартным решением к фирме Vibram, а сделал все сам. И могу сказать, достаточно успешно. Вообще, данную версию подошвы они уже выпускают порядка 10 лет. И, судя по всему, в особых изменениях она не нуждается. Глубины протектора в 5 мм хватает для движения по рыхлому снегу без налипания. А 14 абразивных зон неплохо удерживают вас на обледенелой поверхности. Кстати, с износостойкостью подошвы все тоже в порядке. Что касается туристического применения, то каркас жесткости здесь вполне сравним с летними горными моделями. А в пяточной зоне появился выступ для фиксации крепления снегоступов или туристических лыж. В целом, эта модель является оптимальным решением для зимнего туризма в достаточно суровых условиях. Она сочетает в себе безопасность, технологичность и комфорт. А что еще нужно во время зимних прогулок? Берегите ноги, открывайте для себя новое, а за ботинками приходите к нам на Сайкино 4.